Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня мы смонтировали садовую качель. Свалена конструкция профильной оцинкованной трубы 40 на 40. Прогонная часть 20 на 40. Толщина стенки трубы 1,5 мм, поликарбонат 4 мм. Цвет бронза, как бы коричневый тоже. Качельки, вставка сделана тоже из трубы 20 на 40, подлокотники 20 на 20, крючки, карабинчики, цепочка, все подвешено, можно регулировать высоту. Доска покрашена палисандром, 140 толщина доски, ширина, вернее. Вот такая классная, собранная на болтах, легко транспортируется. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!